Фойе Дома культуры «Солнечный» царит атмосфера творчества. Талантливые сотрудники детских садов предлагают гостям праздника поучаствовать в мастер-классах. Например, научиться создавать объемное 3D-изображение. Самые маленькие играют в развивающие игры на моторику и знания элементарной математики. Виновницы праздника – мамы делают русский кокошник, бусы техникой валяния, а также руссконародную куклу. Участники концерта не теряют времени зря и репетируют перед выходом на сцену. Мы всей семьей сегодня пришли поздравить жительницу Одинцовского района с Днем Матери. И приготовили свой семейный номер под названием «Спортивные частушки». Дорогие наши мамы, поздравляем вас! Счастья вам, здоровья и любви! Люся Одинец всего 5 лет. Это ее первое выступление на большой сцене. Девочка очень волнуется, но если мама рядом, значит выступление пройдет на ура. Очень все интересно. Мастер-классы посмотрели, приятная обстановка для нас. Она впервые, мы первый раз выступаем, вот дочка очень волнуется. А что у вас сегодня за номер, расскажите? Наш коллектив называется «Подсолнышки», 83-й детский сад. И номер наш называется «Песня «Танец дождик». Всех мам с замечательным праздником поздравляют и сотрудники ГИБДД. Они дарят им символический подарок – светоотражающие элементы. Мы в этот день хотим поздравить всех мамочек с Днем Матери, пожелать им самое главное – крепкого здоровья, счастья, успехов, чтобы детки всегда их радовали. И, конечно же, соблюдать правила дорожного движения. Ведь дети берут пример со взрослых, поэтому нужно обязательно, чтобы взрослые обучали своих детей правилам дорожного движения. В праздничной программе принимают участие коллективы из 10 детских садов. Это 83 ребенка и 30 педагогов. Мы очень рады, что Дом культуры «Солнечный» предоставил нам свои помещения, потому что у нас очень много в программе выступает участников. Это детские коллективы дошкольных учреждений. Это также номера мамы со своими детками, коллективы взрослых воспитателей. Семья Сафроновых, которые представляют 72-й детский сад, исполняют заводные частушки. Они никого не оставляют равнодушными. А этот дуэт мамы и дочки с очень трогательной композицией срывает не менее бурные аплодисменты. К мероприятию организаторы подошли с долей юмора и креативности. Вместо декораций – блюдо, вместо ведущего – повар, а вместо сценария – меню. Рецепт праздника гласит: «Моя мама – лучшая на свете». Дети выступают как настоящие артисты. Кажется, что сцена – их призвание. Но и взрослые не отстают от них. Желаем удачи, пусть новый день. Ила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».